Всем привет, друзья! Решил записать отжимания на лапах тигра, когда уже вы уже все делаете, и не хотел бы, чтобы вы допускали какие-то определенные ошибки в этом всем. На самом деле есть кое-какие вещи, которые, можно сказать, никто в это и не поверит, и очень жаль, потому что на пальце создается невосприимчивость к боли. И благодаря этому вы сможете, короче, эффективнее намного сделать упражнений больше, чем вам бы этого хотелось. На холодную ничего такого не получится у вас сделать, и поэтому давайте все-таки по порядку, что я делаю, как, почему. Если уж вы обращали внимание, то в ушу школах учат детей с малолетнего, короче, возраста, что натрите, пожалуйста, натрите руки, в общем, да, и потом вот начинаете вот чем это, то есть у кого-то, возможно, где-то остановка здесь, какого-то шара здесь будет, да, у меня остановка уже как бы вот здесь, да. Сейчас мы разотрем мои руки, зарядим, получается, наши ладони, раскрутим шар, потом, собственно, войдем в центр и заберем ту энергию, в общем, типа, чтобы нам как-то вот сделать, короче, отжимание. Поехали. То есть, смотрите, что мы делаем. Растираем руки. Растер руки, я чувствую энергию. Так. Потом раскручиваем его. И в центр. Все, я уже подпитался, и выполняем отжимания. Я почувствую очень такую интересную, скажем так, боль, как будто бы мои здесь кости схватили и начали, в общем, растягивать в разные стороны. Кто-то сюда, куда-то сюда. Вот, и таким образом мы сделали с вами 5 раз. Осуществимо сделали 5 раз. Если бы мы сейчас с вами этого не сделали, то, что я сейчас вам показал, мы бы сейчас с вами столько бы не отжались, потому что я хочу объяснить такую ситуацию, то, что очень нужно для таких сложных упражнений разогревать руки и подпитывать энергией пальцы. Давайте еще сделаем второй подход. Так вот, схватились и начинаете его раскручивать. И смотрите, я беру и в центр ставлю локти, и вот так вот, получается, схватываю энергию в шаре, который у меня есть, возвращаюсь обратно. Второй подход.
Давайте сделаем также еще третий подход и закончим с видео. Так, схватил крючок. Ага. И в центр ставлю локти. И так подпитываю пальцы. Все. Я забрал, что я сделал. Третий подход. Пожалуй, хватит. Ну что же, хорошие вещи того, то что по подходам, именно то, что если еще подождать какое-то определенное время, можно сделать еще два подхода по 5 раз, ну или даже по 7, если можно отдохнуть. Это очень хорошая заметка в том плане того, то что больше времени на отдых стало именно то, что по подходам. То есть намного меньше времени. Так что пользуйтесь этим. Если кто-то в это не верит, то ради бога, не верьте. Это ваша уже определенная проблема. То, что я хотел показать, я именно то, что показал. На самом деле, так очень сложно делать упражнения. Спасибо огромное за видео и то, что вы посмотрели. Увидимся. На следующем видео расскажу, что значит именно то, что работа с центром, почему лапотигра хорошо и полезно, короче, и заниматься именно в плане ударки. Спасибо, до свидания.